В Казахстане в кабинетах полицейских установят камеры видеонаблюдения. Все происходящее в помещении, включая работу с подозреваемыми, коллегами и свидетелями, будет записываться. Реализовать проект по всей стране планируется уже до 1 декабря текущего года. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Сакен Сарсенов на брифинге СЦК. Всего камерами видеонаблюдения будут оборудованы 16 658 кабинетов. Записи будут сохраняться у руководства в центре оперативного управления и в Нур-Султане, в Министерстве внутренних дел. Также дополнительными камерами будут оборудованы учреждения уголовно-исполнительной системы. Здесь установят 33 966 камер. Напомним, в Российской Федерации разгорелся скандал. Было опубликовано засекреченное видео пыток и издевательства над заключенными в колониях и тюрьмах. В текущем году видеонаблюдением охватят 29 учреждений с самой сложной оперативной обстановкой. Обеспечение удаленного видеонаблюдения в оставшихся учреждениях будет завершено в 2023 году. Все камеры, установленные в местах содержания при пребывании спецконтингента, будут антивандальными, с высокой степенью защиты, с исключением возможности снятия и повреждения их ручным способом. Установка камер видеонаблюдения прежде всего направлена на соблюдение и защиту прав лиц, находящихся в местах лишения свободы, их безопасности, а также предупреждение и профилактику возможных правонарушений как со стороны осужденных, так и администрации учреждения.